Я хочу рассчитаться, рассчитайте, я пойду. Вы заберите деньги, игрушку положите, я ее заберу. Я с вами не собираюсь обниматься. Здравствуйте. Молодой человек, оказывается, из Вальмаса. Я вас не давала вам разрешения. Ну ладно, не надо мне это говорить. Я игрушку поставил, деньги отдал, на расстояние отошел. Что мешает отовариться? Потому что вы без маски. У нас распоряжение. Что какое мы... распоряжение? Кто его подписал? От руководства, во-вторых, от правительства. Если да ну, это ерунда все. Ну, давайте всю не свою будем. Ерунду вы можете... Нет, давайте не будем. Я деньги положил, вот они лежат. Я отошел на расстояние. Я соблюдаю дистанцию? Дистанцию соблюдаю. Все, я положил, игрушка вот, я вообще не подхожу. Отоварьте, я пошел. Вам сложно было одеть маску? Мне сложно было одеть маску. А почему? Ну, потому что вы выдумали вот это. Мы выдумали? Да. Вы можете написать? Нету никакого постановления, не придумали. То есть мы это сами придумали? То ну, придумали, везде, да. По всей России у нас ходит масочный режим. Масочный режим – это рекомендательный характер, это раз. И если заставляют одевать маску, должны предоставить ее бесплатно. Бесплатные маски у нас, пожалуйста. Это самодельные абсолютно, да. Это самодельные, да. Маски, но они... Без... Что? Сертификат какой-то там, наверное, да, лежит на дне? Нет, это специальные такие маски, которые... Да нет, это находятся... салфетки же, написано же, салфетки. Где там маски там написаны? Индивидуальный барьер, специальный размер маски, который предоставляется во всех магазинах. Если вы спуститесь в перекресток, точно в таком же плане они лежат. Ну и во многих других магазинах. Ну я понял, я понял. Вы мне говорите, оденьте маску, сам мне салфетку даете. Маски нужно приобрести на кассе. Не нужно их приобретать. Это обуславливание покупки одного товара другим, понимаете? Ой, ну честно сказать, вы бы уже давно приобрели. Вот я товар. И жду. Я отошел, специально отошел. Просто деньги положил, ни с кем не спорю вообще все. Просто вот. Вот деньги. Если я сейчас вот вашими деньгами, вам же еще сдачу сдадут, вам сдадут чек, вам выдадут товар, правильно? Мне также положат и все, отойдут, я заберу. Ну это неправильно. Это неправильно. Я понимаю, что вы сейчас хотите доказать что-то свое. Все претензии, пожалуйста, к губернатору, Путину. Ну, так что, будете отваривать, нет? Я сама сейчас подойду вместо вас, отоварю, возьму чек, вам передам пакетик, правильно? Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо, но это будет неправильно. Это будет благородно. Пожалуйста, прочитайте постановление. Не, я эти постановления читал. Ну, так вот. А теперь причина. Пожалуйста, давайте.
не делается. Не, ну вы сделали правильно. Вы доказываете свою правоту в том месте. Ладно, ладно. Правильно? Первый пакет можно будет? А есть какая-нибудь упаковка для него? Подарочные пакеты вот. А размер будет такой для Мишки? А вот это влезет, нет? Хочешь новую ручку? Давайте попробуем. Вот в таком виде. Да, все классно. Спасибо. Да-да, конечно. Это и делается обычно, круглосуточно. Мы вообще могли сейчас вправе просто вызвать. А охрану. Как вас звать-то? Охрану. Как вас звать? Зачем вам это? Не хотите представиться? Зачем? Вы же не представились? Но вы же должны гордиться своим именем. Работой своей гордиться. Тебе спасибо большое. Пожалуйста, ваш чек, пожалуйста. Угу, спасибо. Вот адекватный директор попался. Ну, маленько не прыгай, конечно. Но... адекватно. Что это такое? Нифига себе, какой-то купон еще.